Всем привет, с вами я, Владислав Шмурдяк. Блин, ну короче, что вы думаете? Я сейчас буду жаловаться на своих друзей, на всех своих друзей буду жаловаться. Сейчас буду рассказывать, блядь, всем привет. Вот вчера я думаю, ну как, не вчера, собственно. Ладно, не суть. Сделали вечеринку, замутили. Рассказываю. Буду сейчас, я все расскажу. Я доложу про каждого, кто, где соснул хуйца вчера. Замутил вечеринку. Руслан Crazy Mega Hell, Вова Каша, Зеля, Леня, Брама, я, Владька, Мафанька, Коля, Юг. Всех? Я всех назвал? Короче, вроде всех назвал. Культурно выпить собрались. Но я не учел тот факт, что когда ты собираешься выпить культурно, покупать двухлитровую бутылку Егермейстера, а Руся Crazy Mega Hell подарил мне еще литр водки Белуга, ну красивая такая, прям вообще с рюмочками, все. Ну и по итогу получилось 3 литра крепыша нахуй нам алкоголя в этой квартире, а эта квартира еще не прошла краш-тест с соседями и прочее залупа, но вы понимаете, о чем я. Ну короче, как-то так. И вот, блядь, сидим мы, значит, дуру гоним эту, блядь, в себя нахуй 40-градусную, блядь. Бац! Музычка, блядь, хуярит. Вова говорит, а я заказываю, короче, Вова 3,5 килограмма раков заказал. Это вот, ну просто, блядь, мы сидим, он просто звонит. Блядь, какому-то чуваку, мы там сидели, рофлили, блядь, что он, блядь, какому-то капитану, блядь, там чел, блядь, стоит. А, блядь, куда 3,5 килограмма раков, блядь. Короче, сидим, жрем раков, блядь, вообще просто, вот, ну и вот, знаете, вот так вот момент, типа, все нормально начинается. Такие ха-ха, хихи, вот сидим тихонечко, разговариваем, что-то шутим, блядь, ну народу много, блядь. И вот вроде, вот ничего не предвещало беды, и просто бац, вот проходит реально, вот момент. И просто пиздец какой-то происходит, блядь. Леня садится жопой вот на эту полку, блядь. Она у меня подвесная была раньше, если, может быть, помните, если кто следил за стримами. Она подвесная, Леня берет, садится жопой вот на эту хуйню, она падает, у меня все. Мой Нинтендо, все нахуй, все выламывается, все здесь. Приходит сосед, блядь, хуярит мне, говорит, сейчас, блядь, у вас тут громко, я сейчас вызову ментов, вас тут возьмут, нахуй, с наркотой. Я говорю, твою мать, насколько я хуёво сейчас выгляжу, что чел такой смотрит на меня и говорит, блядь, меня сейчас с наркотой возьмут. Я говорю, ты что, мне угрожаешь? Я говорю, я с тобой нормально разговариваю. Но у меня тоже, блядь, знаете, ну дурка, блядь, уже начинается, блядь, чел, блядь, на меня, блядь, кричит, я понимаю, не, я понимаю, да, типа, когда ты, ну, пидор, да, и типа, ну, ты посасываешь там хуйца, блядь, живешь нахуй ниже меня, скорее всего, и тебе там, блядь, молодежь спать мешает. Не, я понимаю, да, 3 часа ночи, может быть, ты работаешь, блядь, там еще что-то, блядь. Но можно же, блядь, прийти, ну, честно, не, я говорю, честно, можно же прийти нормально сказать, слушайте, столь поздний час, а вы орете, мне спать мешаете. Сделайте, убавьте звук, пожалуйста. Честно, я говорю, если бы вот, ну, вот так он бы пришел, я бы сказал, да, конечно, прошу прощения, да, просто немножко, да, что-то, ну, дуру погнали нахуй куда-то не в ту сторону, все, сейчас сделаю. Так чел, блядь, летает, нахуй, блядь, дверь открываю, я сейчас, блядь, мусоров, нахуй, вызову, блядь, на вас, вас здесь с алкашкой, с наркотой возьмут, нахуй, начинают, короче, я говорю, так, чувак, ну-ка, там пупок, нахуй, реально, блядь, стоит такой вот, ну, блядь, дырявый, блядь, он мне в хуй дышит, придурок, блядь, и начинает мне рассказывать что-то. Я стою тоже под градусом. Я ему говорю, слушай, родной, спокойнее немножечко. Я с тобой хорошо, спокойно разговариваю. Ты что нервничаешь? Говорю, сейчас сделаем потише. Ты что, нормально разговаривать не умеешь? Да, бля. И начинает, короче, дверь, мою же дверь. То есть я стою, ну, я стою у себя на проходе, он мою же дверь берет, в меня вот так закрывает. Я говорю, ты что, долбоеб, что ли? Он, ну, просто берет, короче, вот так вот, мою же дверь. Я ее стою, держу, он просто берет, так бам, мне, ну, знаете, в руку. Я, сука, думаю, ладно, хорошо, он вызывает своих мусоров. Я прихожу, я говорю, Руслан, на полную Алису, на полную громкость. Пусть там сидит, дом себе дрочит по батарее, мне пою, все. И мы давай еще громче себя вести. Я думаю, ну, и знаете, в чем прикол? Я, короче, просыпаюсь, сегодня анализирую вообще всю движуху. Я Леню нагнал, на самом деле, некрасиво вчера, но он сел, сломал мне просто тумбочку, это, я на него так наругался вчера, что-то это, ну, все так навалилось, вот, ну, нормально, сегодня извинился, реально неправ, некрасиво себя повел вообще.
Ну, просто мне стало и так срать, что, знаете, вот в совокупности не оправдание, просто объясняю. Типа, вот как-то что-то все уехалось шумно, громко. Я уже отвык от больших компаний. И, что-то так на Леню, тоже говорю, ты, нахуй сломал мне там, начал гнать, короче. Некрасиво. Ну и ладно, я извинился по-человечески. CMH pick me. Он, пусть он и делает. Не, но Леня-то не против. Леня сказал, что он приедет, сделает. Просто я вчера, ну, в моменте я вижу этот пи***ц, который происходит. Соседи. Леня садится жопой на эту тумбочку, блядь, она падает, у меня все ломается. А сегодня, вот именно сегодня собственница приходила проверять, короче, квартиру. А у меня все по пи***е. Это я молчу про то, что у меня еще кот. Он притворяет. Вы вот видели тиктоки, да, где мы любим друг друга? Правда любим. Ну, я не знал, что он крыса, блядь. Это не кот, это крыса, блядь. Он ходит вот такой, типа, бедный, без глаза, да, такой ми-ми-ми, му-му-му, блядь, вам то же самое, блядь, стирает, вы ему вот так вот верите с лапшой на ушах, блядь. А эта маленькая крыса, блядь, своими коготочками, нахуй, ходит просто, блядь, вот, все поверхности, тут кожаных духов. Ну вот, короче, надел на Лёню, извинился, не прав, нельзя все равно, блядь, полка того не стоит, дружбы. Вот, короче. И, блядь, что я говорю, это все вот в один момент, сегодня собственница приходит, блядь, проверять квартиру, и повезло реально, что, типа, она... Я спускаюсь, повезло, собственница приехала, я ждал, я тут прибрался, короче, ну, постольку поскольку. Мусор выбросил вчера весь. Блядки воняли, пи***ц, всю ночь, нахуй, ничего не протекли. Короче, и она пишет, типа, блядь, мне впадло подниматься, спустись, типа, на улицу, бабки, ну, и она просит наличкой ей давать деньги. Я такой, окей, и что вы думаете? Я с утра думаю, ну, мы же по-любому с этим гоном, который снизу, мы по-любому с ним встретимся, ну, мы в одном падике же, ну, логично, там, он где-то, я так не понял, сверху или снизу, я кстати, говорю ему, а ты откуда? Ну, ты сверху, снизу, он говорит, какая разница, я думаю, такой, кукловод, я марионетку нашел, идиот, такой, тебе, какая разница, и стоит, уверенным ебом еще, типа, такой, не спалился, короче, посередине, мамаша его посередине, короче, и, ну, что вы думаете, я, открываются двери лифта, я спускаюсь на первый этаж, открываются двери лифта, и я вот так вот, глазки в пол, и там этот, рабин, стоит, нахуй, так, щенячьим взглядом на меня так смотрит, и мы вот так расходимся. Я думаю, да, пи***р. Думаю, и вот если бы я чуть попозже, я хотя бы узнал бы, на каком этаже, я бы реально как маньяк, я бы сделал вид, что я на его этаже живу. Он, хотя он знает, что я не на его этаже живу. Он знает, что у нас срачка, но я бы как ёб, я реально вот просто, ну, так бы стоял бы, с ним до его квартиры шел бы, чтобы узнать, в какой квартире, где ручку говном мазать. Вот я бы просто с ним бы вот так встал. Теоретически, а что ты мне сделаешь? Он заходит в лифт, и я просто не нажимаю кнопку. Я вот так стою, и, ну, просто, ну, дурачка, ну, слюну вот так. И просто вот так стою, типа, и мне... И что ты мне сделаешь? Вот. И стою, смотрю на него. Он же не будет стоять, смотреть на меня. Он же по-любому нажмет на кнопку, куда, ну, ему же домой надо. И я просто так вот за ним просто пойду молча, буду смотреть, и просто смотреть на него. Это же законом не запрещено, что я преследую человека в подъезде, собственно. Я забыл, какой у меня этаж. А мне скоро надо вызвать, у меня проблема с головой. Я с ума сошел. Пиздец. Ну, короче, ладно, пошел. Просто я понял, что, короче, я ебал гостей. Я не хочу никого звать в гости больше, все. Первый и последний раз, все, я прикинулся гостеприимным человеком, все, нахуй, я хочу вот в своем логове, в своей пердильне, в своем болоте, существовать здесь, и мне замечательно. Люблю тебя, Щёвель, спасибо большое, Щёвель, спасибо большое, Персик.